Так, вот Володя лепешки сделал. Да, смотри. А лепешки-то не маленькие. Вот это 20 сантиметров у меня, ну 25, наверное, в диаметре. Это сколько у него? Да толстые какие. 3, 4. И тут сколько? 8. Ну их должно быть 9. 9 сковородка. Ну вот батюшка хотел по 15 брать. Но да. Мы ему скажем по 20. Пускай берет. Потому да что не, очень хорошее. Не. А? Он нам мясо давал зачем? А, мясо давал. Ну тогда конечно. Так. Так мы бартер тоже надо учитывать. Давай, садитесь. Где у нас этот Виталий-то? Гонит коров или нет? Ну что-то не видать. Что же такое? Это у меня... Голубятня номер один. Вот она какая. Это в третий этаж, вот второй, а на полу первый. Туда голубь полетел. Голуби мои, замечательные. Садок тут. Давай. Что, нашего не видать, да? А? Пастуха нашего не видать будет? Не видать? Где он? Я даже не знаю, что делать. Что с ним случилось-то? Вот нет у нас, мы трое теперь живем здесь. Виталий сегодня проходит курс молодого пастуха. Да, это точно. Как в армию, курс молодого бойца. Может его встречать надо идти? Может, где... Володя говорит, что все получается. Может где запутался с коровами? Нету? Они уже тоже... А? Они уже приходят 7:15. Да нет, он первый день пас, он может где-то с коровами что-то не так у него, кто его знает. Может, он недоступен. Сигнал. Ну а до 7 по 7? Да. Ну еще. Что-то сигнал не берет у него. Ну как, он где-то в яме находится. Упал поди где-нибудь. Да, ну ладно тогда, давай за стол. Помянем его. Все, давай. Это свежую рыбу дай тоже, вон она зашла. Интересно, как только мы звонок дадим, она бегом бежит. Вчера нету кошки, я взял звонок, только брякнул, она со всех ног бежит. А Буска, как скажешь, обедать ей, она, у нее два котенка, она прыжками несется. А Паля бегает со всеми, она хвост распустит по ветру. Пока Володи нет, посмотреть, что суп. Один суп с мясом. Это Виталий, там кто, Володя тоже не ест мясо, а другой с рыбой, ну тут мы, нету не видать. Я ему говорил, Виталий, смотри внимательно. Телефон! Ну на, все, выключи, положи.